Отлично. Нормально. Женя, скажи мне такую вещь. Так. Ну пойдем, да. Чтобы понимать потом. Так, ты обуйся, пожалуйста. Сейчас посмотрим, что здесь может быть. Природа. Птички поют. Соловьи поют. Здесь ее и надуем. У меня на шоке, мы в машине надуем. А, у тебя компрессор есть? Да. Там выше. Ну да. Ну, легкая сюда принесем. Пойдем качать. Пошли, конечно. Рыб. Вот так, может, где видят, да, 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 по кругу пройдемся. Да. Можно будет даже, Женя, смотри. Нам можно будет, если... У нас же женский монастырь этот. Да, да, да. Вот так вот под мостом и вдоль женского монастыря еще пройти по берегу. Можно. Ты что, тихонечко, веревочка есть? Я тогда что сейчас вытащу? Блин, комары достали, а? Комарики? Задолбали. Мы сейчас тогда вот что. Я из рюкзака вытащу... Баллон медвежий, да, чтобы его с собой не таскать-то. Чего его таскать, правда? Из-под машины. Не-не-не, из-под машины. А то мы сейчас еще и машину приподнимем. Старая, боевая, здесь заплатка, там заштопана. Сколько ты на ней приключений, а? Батарейки, нож. Да пусть пока там все. Да, там. Итак, друзья, доброе утро. Приветствуем вас на нашем канале. Вы смотрите наши приключения. Будьте с нами, оставайтесь с нами, будет интересно. Так. Ну ладно. Че, компрессор есть, Жень? Да. А, клапана в этом. Клапана, как правило, в пакете отдельно, да? Давай задний тоже качнем. Давай. С собой таскать. А. Только пошли с Богом. Может, за веревки? А так ты что брать? Так, ты переобулся? Подожди-ка. Вот так вот. Так,
Так. Залезай. Сейчас. Надо мне подумать так, как мне неудобнее, а металлоискатель, чтобы не сломать, самое главное. На что сесть? Ты на борт сидишь? Да. Я только вот так вот хочу сесть, блин. Катушка-то у меня. Блин, катушку вытащить, а? Сейчас, Жень. 2 секунды. Нормально. Сейчас. Ее сюда садим. Как я давно! Не спеша. Он как что цепанет, он сразу, мы это почувствуем. В любую сторону причем можно. Вокруг озера обойдем. Тут, конечно, просторы. Вообще обалдеть, правда? Да. Женька, вот смотри, диск какой-то торчит. Это банка это. Банка? Видишь, да? Банка, да, вижу. Такой. Плавает, но... Ага. На корягах. Ну что, отцепить-то отцепилось, только лучше бы что-то поднять. Отцепилось, да? Зараза. Да коряга. Металл бы она не отпустила, Жень. Ну, да, 200 килограмм держит. Понятно. Ты представляешь, что это... Ну, 200 килограмм на отрыв, даже если металл ржавый, он 100-килограммовую балку вытащит. Так, я думаю, что надо вытащить эту. Пойдем. Был мост. Ну да. О, смотри, болтик какой-то. Ага. Ну, красота же, а. И вот эта вот береза как раз, которая свисает. Ой, красота-то какая. Слушай, да кто бы знал. Знаешь, ведь выбрасывать могли, когда топ, зацеп. Ага. Схватило. Да, корягу схватило. Корягу? Хрен его знаешь. Да ну блин, нафиг. Кованый гвоздь. Ну, иди ты к черту. Но, Женька, я тебе хочу сказать, там что-то было еще. Давай еще. Ну, ржавчина. Да? Да. Thank you.
Хочешь, держи конец, я тебя сейчас вытаскивать буду, подтаскивать. Я бы выйду, он же. Выйдешь? Да, да, да. Ты выскочи сам, и сейчас мы аккуратненько. Опаньки. Дай-ка я тебя вытащу, иди сюда. Тут еще один кирпич, вон, под ногами. Иди далее, иди далее. Я вот сюда лучше. Так, стой. Оп, стой, стой, стой. Все, 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 все. Там. Заодно кирпичик посмотрим. Савдепия. Давай. Сейчас. А, фиг ты ее тогда. А, вот так, да, за корму. Выходи. Я никуда нахуй не упрыгнул. Не-не-не, поднимем. Поднимем. Поднимем, поднимем, Жень. Оп. Поднимем. О, пусть здесь. Вот так вот и пусть стоит. О, мы на острове. Итак, друзья, мы вышли на остров. Тут, кстати, тоже кирпичи лежат, но не те, которые нам надо. Так, ладно. Перекур. Опаньки. Ну и все. Подожди. Нам надо убедиться, что он работает. Есть. Лопата, помеха пошла. Вот здесь. Вот здесь. Ага, вот так. Батарея. Это батарея. Батарея развалившаяся, видишь? Поэтому да, захватили. О, видишь, как банки поют, блин. Ну здесь асфальт. Ну. Ну смотри. Ну и что там? Бутылки, пузырьки алюминиевые, от астматиков, знаешь, да. Копали здесь, смотри, вот. Жека, ты смотри, памятник. Ага. Ничего себе, вот это да. Вот это да! Ты смотри! Жень! Вот это да! Ну да! Это кому сказать, а? А ты, говорит, никому и не говори. Thank you.
туда, Вася, своей. Дави на меня воздух весь. Ну что, друзья, вернулись мы на базу. Женя лодку разбирает. Весла я убрал, вещи сложили все. Ну, сейчас поедем домой. Не знаю, попробую из этого что-нибудь слепить, какой-нибудь ролик. Ну, что получится, то получится. Нет, давай, видно, наверное, вот так вот лучше, чтобы видно было это. А-а-а. Вот так. Так. А-а-а. Так. Окей. Так. Давай, в четыре руки. О. Я сам в этом. Ну, very good. Да. Мы теперь знаем, что здесь делать нечего. А все наши находки... Ну-ка, покажи-ка мне. Вот я три пробки взял. И монетку. И пятак. Сейчас я на машину положу. Угу. И все это покажу. Друзья, все, что мы нашли. Пятачок. Единичка. Двадцаточка. Пятерочка. Вот так. 5 копеек. 1982 год, по-моему, там написано. Женькин первый трофей.